всего 5 месяцев. Всего 5 месяцев потом. Эта организация, она называется здесь «Кристалл». Потом эта организация по решению суда просто расстреляет моих детей. У нас есть всего 5 месяцев. Thank you.
все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А сегодня какая-то такая странная. Слушай, вот даже не могу тебе сказать. Вот я сейчас стою посреди поля, и нет ни одного комара, ни одного овода. И ветра как такового сильного нету. Куда делись комары и оводы, не знаю почему. Распорка? А вот здесь в землю, видишь, забили. Все это привалится. Еще перемычка будет посередине небольшая. Вот здесь еще будет перемычка. Вот. Это у нас будет именно распорка, чтобы наш забор выдерживал любые ветры, любые, чтобы он не качался, чтобы не было парусности. 3 человека это очень мало. Мы трубы и профиль. То, что нам очень надо. Это трубы на ворота. Так. И трубы нам на забор. Мало, конечно, но сколько есть. Этого нам не хватит еще. Что мы сделали? Мы закрылись забором. Работа непочатый край. Сейчас будем пилить трубы. Мастер, возьми, чем отмерять. Сейчас подготавливаем трубы под забор. Господи, вроде бы целый день что-то делаем, очень много делаем, целый день. Кто-то куда-то бежит и что-то делает, ребят, а работы пока основное не видно. Ну. А вот здесь 40 штук. То есть получается 440?
Мерили, мы чертим. Правда, чертим бытовки, потому что на улице дождь. Так, и сейчас Наташа... покажу тебе улицу. Во. Сейчас только что заряд дождя. Возможно, грязно-грязно, но мужики варят. А мы с Наташей еще раз, еще раз и еще раз. Понимаешь, работа кропотливая, но та, которую пока плохо видно. Это подготовка к основному. Сейчас идет у нас здесь самое трудное, то, что надо наладить. Малышка, грязь. Стол наш. Мы здесь чертили, но нас дождь выгнал домой. Пока заряд дождя прошел, мужики быстро варят. Одну-две. Сейчас строим дальше вольеры. Строим вольеры дальше. Так, там у нас вольеры уже с крышами. Вон, крышу вам покажу. Уже крыша есть. Здесь у нас вот только пока сделали. Вот. Дальше сейчас покажу. А, железо вкопали. Вот. Ребята, специально вкапываем железо, чтобы не было клещей. Это защита. Обязательно. Так. Вот так, мои хорошие. Сейчас я все покажу. Еще раз. Друзья, нам срочно надо закончить забор. Срочно. Нам необходимо закупить еще железо. Нам необходимо закупить еще перемычки. Нам необходимо закупить еще профиль. Нам нужны еще доски. Все это улетает очень быстро. Очень быстро. Нам нужна еще сетка. Хорошая сетка. Очень толстая. Так, подожди, не покрась меня. Вот так, ребята. Строимся мы собственными силами. Все делаем. Thank you.
кушать. Куда? Идите кушать. Кошачий переносной домик. Вот несем его на травку. Сейчас установим и сюда перенесем маму с котятами на свежий воздух. Вот такая избушка на курьих ножках у нас будет. Молодцы у меня мужики, просто молодцы. Ребята, туда дверью разворачиваем, туда дверью. Вот сюда, мальчики, вот сюда. Кошкам нужна такая травка. Вот, разворачивайтесь. Туда, туда. Вот так, ставьте, ставьте, ставьте на травку. На травку, ребята. Да, давайте. Так, а теперь выравниваем. Мальчики, выравниваем так, чтобы удобно было. Так, туда дальше, здесь яма большая, подвигайте. Туда, Сань. Туда, к тебе. И вперед. Да-да, ребят, так, чтобы ямы не было, чтобы котята не вылезли, смотрим. Подвигаем еще, ребят. Так, ага. И ту, и там немножко. Во-во-во. Более-менее? Мальчики, выравнивайте, остальное песком подсыпем для котят. Вот такой у нас домик получился, кошатник. Ставим на травку, это переносной домик. То есть котятам здесь надоест, мы перенесем их дальше.